Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей. Продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla. У нас уже 32-я серия, если ничего не путаю. Мы продолжаем... О, это нам надо. Мы продолжаем убивать орден, точнее членов ордена. У нас два задания, тут в этом городишке три члена ордена, само собой. А, что-то я еще хотел сказать. А, между сериями я побегал, подумал, пофармил. Знаешь, что нафармил? Нафармил слиток вольфрама. Довольно-таки интересная тема. Товарищи из интернета не обманули. И я сейчас покажу, где это делается. Весьма причем недурственно. Так, а где? Где-то... А, вот. Вот тут вот перекресток. Широпшир. Вот у меня перемещалка. Вот тут какая-то странная область. То ли город, то ли нет. И вот здесь вот ходят три типа. И с них падает один вольфрам. Я нафармил 20. Подумал, нормально. Оказалось, что это много даже. То есть я качнул топорик. Я качнул шлем, перчатки и сапоги. У меня еще осталось. Это я не стал качать, потому что мы его рано или поздно будем менять. Единственный вопрос остался вот в этом. В коже и железные руды. Тоже поискал, посмотрел, как фармить. Чувачки сказали... Сейчас быстренько покажу. Чуваки посоветовали фармить не их, потому что их фармить... Пока еще не нашли, как нормально. Вот. Городок Уолден. Здесь вот этот чувак, типа, с бухлом. И он бесконечно бухает на деньги. Но, как говорили, это 2 недели назад информация. Говорили то, что он единственный такой NPC, который так делает. Но, видимо, разрабы пофиксили эту историю. И он бухает только один раз. Вот, поэтому других пока способов не нашел. Если найду, скажу. Потому что хорошо бы пофармить, конечно, кожу и железную руду. Не кричи. Что-то еще хотел рассказать. А, ну и все, в принципе. Я фармил это, хотел кожу с рудой, но... Я попробовал с рудой, значит, сохраняться. Разбил руду, сохранился, вышел, зашел, загрузился. А она не появляется, конечно же. Она будет, конечно, респавниться, но я думаю, что для этого нужен больший промежуток, чем для фарма вольфрама. Должно быть здесь, Аудун копается в записях совета. Так, записка. Подниматься на второй этаж все еще опасно. Мы заберем оттуда свитки, когда все починим. Хорошо. А, еще из нового. Это орден. Я завалил всех ревнителей. И за это ничего не дали, кроме ачивки. Вот, поэтому... Здесь нет. Нужно осмотреться. Ну и... которыми даже крохотное войско не накормишь. Что ты еще хотел? Ты меня перебил, Эйвор. Я, блин, с людьми разговариваю. Ты... Венки, меха, еда, вино. Подготовка к пиру обходится недешево. Понятно. Несколько важных свитков. На всех стоит печать. Больше тут ничего нет? А ты с ним не хочешь побазарить? Осмотреть. Спасибо, Аудун. Значит, беру их и ухожу. Да, бери. Эйвор, так ведь? Что привело тебя в архивы? Я пришел спросить про христианские книги. Льюфвина сказала, их крадут люди Алой Руки. И уничтожают. Боюсь, скоро они придут и сюда. А Батисса переносит книги в более надежное место. Чё ты пиздёшь? Занимается. Ты льстишь мне, Аудун. Я лишь хочу помочь. А я вам не верю. Ингеборга. Это Эйвор, наш почетный гость с юга. Он предложил свою помощь в борьбе с Алой Рукой. Чем я могу помочь?
Как оказалось, что ты взялась спасать книги, где ты прячешь книги, что тебе известно об алой руке. Значит, второе. Ты хранишь свитки в надежном месте? Где? Прости, Эйвор, но ты здесь человек чужой. Не понимаю, зачем тебе все это. Мне трудно тебе доверяться. А мне вам трудно доверять. Свиткам ничего не грозит. Я сделаю все, чтобы защитить их от алой руки. Мне нравится твоя стойкость. Но если с алой рукой не покончить, они так и будут нападать на тех, у кого есть эти свитки. Люди из алой руки точно знают, где искать эти свитки. Их кто-то направляет. Кто это может быть? Кто-то из вас. Вы что-то знаете, я же вижу. У Аббатиссы есть подозрения. Как не больно об этом говорить, но в Риктории что-то неладно. Перешептывания, странные взгляды. А епископ под покровом ночи бродит по Риктории, навещает священников в странные часы. Пора и мне зайти к этим людям. На дороге к собору есть Риктория. Нужно поискать епископа там. А что с тобой поговорить? Мне нужно заниматься подготовкой пира. Кстати, приходи на праздник, Эйвор. Выпьешь, повеселишься. Погоди, тут где-то книга звенит. Показывает наверх. 11 метров. Вот здесь, да? А как бы туда? Я вижу лестницу. Ее надо где-то прострелить, да? Не лестницу, а там какая-то... Ну давай, раз мы сюда забрели, мы с тобой попробуем ее получить, эту книгу. Здесь никак нельзя прострелить. Должна же быть где-то решеточка. Вот, есть стрелы. А есть решеточка. Лестница вроде опустилась. Пацаны, вы там не орите. Вы тут ассасинские книги воруете. Ну вот, все отлично. Полезли. Будешь прыгать? Так, добыча. Добыча. Взять книгу знаний. Давай. Ярость Хельхейма. Я, по-моему, ей не пользуюсь. У меня поджог тут улучшился. Нет, я ей не пользовался. На боссов она не работает, а на обычных NPC применять адреналин — такая себе история. Но на самом деле, на мой взгляд, осталось не так уж много этих чувачков. Погоди, нет, нам не сюда. Я про орден. То есть сейчас за пару серий, как с тем городом, с прошлым было, мы зачистим этих троих. Получается, орден. Мы, значит, сейчас головня, игла и тайник. Так, головня, ну-ка. Это она и есть, собака. Я же тебе сказал. Страж закона, блять. Видно же. Так, а это игла. Такого мы... Игла, по-моему, он похож на чувака из порта. И тайник это... Ну, я ж тебе сказал, все суки. Диски. Этого не помню. То есть у нас тут трое остаются. Тут остается один. А здесь еще трое. Но это будет по... Я почитал в инете, это будет по союзу, который еще один там остался. И вот эти ребята. Ну, я думаю, что скоро мы их вольнем. Я думаю, серий 5-6. Ну, а там в зависимости уже от заданий, как они раскиданы. Поскольку это все по сюжетке. Если это все подряд пойдет, то весьма и весьма неплохо. Ну, мы поняли, кто из них кто. О, руда нам нужна. Тихо, пацаны. Нет, не дурите. Видишь, всего по две руды. А чтобы вкачать полностью к
комплект нужен дохерич просто руды, дохерич просто кожи. Вроде как посоветовали открывать вот эти всякие сундуки свыше 190 уровня, тогда там и много кожи и руды падает, но это, бля, опять сколько времени. Вот и Риктория. Аббатиса считает, епископ и священники что-то замышляют. Как тихо. Куда все подевались? А что значит осмотреть Рикторию? Туда надо попасть? Сдвинуть. Ну слушай, это прям вот в разы интереснее все. Чем разговаривать с тупорылым Сигурдом, вот этот вот, я твой ярл, подчиняйся мне, блять, я потомок богов. Хватит! Отпусти, прошу! В смысле, почему хватит? Ты весь в поту и дрожишь? Алая рука, они повсюду, прошу, не трогай меня. А я не алая рука. Похоже, все остальные сбежали отсюда, так почему ты еще здесь? Я жду епископа. Один из братьев сказал, что тот скоро вернется. Это все, что я знаю. И где этот твой брат? Он заперся у себя. В доме, вон там. Так, сдал, да? Ты с поличным своего дружка. Есть тут что-нибудь интересненькое? Ого. Да, и, кстати, вот эти метки на карте довольно-таки удобно. Я, если ты помнишь... Погоди, в каком доме-то? В деревне построил дом картографа. И купил у него свитки, которые у него были. Это прям прикольно. Ну и чё? Как мы откроем это? Там кто-то прячется и вряд ли выйдет по своей воле. Мне нужно как-то попасть внутрь. Желтый крест. Это для меня пометка, да? Вот серебро на самом деле. Тебя заебашит? Ну и вонь. Давно ты здесь? Кто ты такой, чтобы врываться сюда? И так обращаться с моей дверью? Какой дверью? Я не через дверь зашел. Говори, где епископ. Я ищу епископа. Где он сейчас? В своих покоях. Сказал, что вернется, как только закончит какое-то дело. Прошло уже много времени. Веди меня. Что? Что ты хочешь с ним сделать? Убить? Живо. Боже помилуй. Нужно было бежать вместе со всеми. Сейчас, подожди, у тебя тут нет ничего ценного, драгоценного. Покой епископа. Сюнин, разведай местность. Все, я понял, налево. Покой епископа. Почему пахнет гарью? Проход закрыт. Вижу. Отойдем. Это ты меня вел-то? Я просто не совсем это... Вроде да. Сейчас огонь пройдет, чувачок, и мы с тобой зайдем. Двигай давай. Что случилось с епископом? Ебать, вальнули его. Очевидно же. Сбивай давай. Так. Кровь. Здесь кто-то дрался. Ну вон епископ сидит, глянь. Боже правый, епископ, нет, я не могу, господи. Что подобрать? Ну и вонь, будто дерьмо сурта. Так, обгоревшее письмо рядом с трупом. Епископ пытался спрятать его перед смертью. А, братья Света, я отхожу от дел с тяжелым сердцем. Я опечален тем, что случилось со свитками, хранившимися в соборе, и не стану терпеть методы Аббатисы. Но я же сказал, это она. Да простит меня Бог за осквернение этих священных свитков. Внимайте же, братья мои, церковь больше не может быть убежищем. Я пишу это письмо и не могу не думать о возможном покушении. Запомните это имя, Головня.
Ну-ка, Эйвор, вывод. Кто-то знал, что епископ сомневается, и убил его, пока тот не проболтался. В смысле кто-то? В записке же написано. Это признание. Он участвовал в этих злодеяниях против своей воли. В той части письма, что уцелело, упоминается собор и Аббатисса. Неужели она хранит свитки там? Ищем везде, в каждой комнате. Враг все еще где-то здесь. О нет! Алая рука! Боже помилуй! Тихо! Не стоит. Алая рука, нужно идти. Найди эту тварь. Пусть горит за свои грехи, как прочие. Не мешай нам, язычник. Забыл тебе, блядь, спросить. Мы завершим начатое. Ты нам не помеха. В смысле? Так ты, блядь, такая? Ты что такая жесткая-то? Я ж топор прокачал. Отойди ты, Эйвор. Их можно было, конечно, бы и не бить. Но мы их убьем. Тише, пусть выбьется из сил. Хитрюга. Что, блядь, за набор сил? Фраз. Какой выбьется из сил? Какой хитрюга, блядь. Кто стреляет-то? Почти догнала. Ты, мразь. Отойди, бабёха. За мной отправили алую руку. Я близок к разгадке. Надо отправляться в собор. Аббатисса знает больше, чем говорит. Она не то, что знает больше. Умрёшь быстро. Стреляй! Проникнуть в собор. Сейчас проникнем, чё нам? О, давай тогда заодно сделаем доброе дело и перемещалку откроем. Ну, нам, наверное, очевидно, через самый верх идти. Сжечь головню. А чё прям так это? Кардинально. Где там? А, вот туда. Ну мы сейчас это... Откроем обзорную площадку. Где она есть? На самом верху. И потом уже сожжем головню. Высоко-то. Я вот думаю, быстрее прыгнуть вниз, прыжок веры, или потихоньку слезть. Просто если в самый низ сейчас он спрыгнет, то... Хорошо, можно побыстрее. И перематывать это нельзя. А, не, не в самый низ, хорошо. Прям замечательно. Бинг. Ну, нам сюда, очевидно. А ее можно потихо вальнуть? Что вы такое творите? Тебе здесь не место, священник. Прочь, прочь! Кощунство! Прекратите! Что случилось, святой отец? Аббатисса, они сжигают все эти книги. Почему ты их не остановишь? Потому что она, блядь, это, головня. Потому что это мой приказ. Что? Пергамент, что горит перед тобой, исписан ложью. Пока он существует, ты не сможешь увидеть, каков мир на самом деле. Ложью? Аббатисса, что я слышу? Мы божьи дети, все мы. Не отрекайся от него в сердцах, умоляю. Покайся же, Господь тебя простит. Сейчас она его толкнет туда. Ты ведь знаешь... Твой разум отравлен, но не бойся, у нас есть противоядие. Мы укажем новый путь, по которому нужно идти. Ты сошла с ума? Я этого так не оставлю. Клянусь тебе!
Тебе некому рассказать. Никто тебя не услышит. А я услышал. Эйвор, помоги ты лысому. Ты можешь видеть, как горят эти книги. Сгори вместе с ними. Уничтожьте все. Каждую книгу, каждый свиток, каждый клочок пергамента. Все, что есть. Пора с этим покончить. Да. Головня. А сразу нельзя, да, был вальнуть их? Головня — это Аббатисса. Она убьет всех, кто будет ей мешать. Пора защитить от нее людей. Вовремя ты сообразил. А тут какой-то этот вон лежит. Чемодан. Давай мне много кожи и много этого. Вольфрам. Но он мне уже особо не нужен. Ну ладно, пусть будет. Ага, спасибо. Значит. Я не буду тут осматривать. Тут наверняка много всего. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Да не нужна, я не на ту кнопку нажал. Ля-ля-ля. Тихо. Стой. Эй, стой! Умри же! Я? Не, ты ж... Ты в руках ходишь! Ты ж... Стрелу! Что ты такие слова отговоришь? В смысле умри? Нет, нельзя так про людей. А где? Где, бля, мне ее найти? Ворон недоступен. В смысле? Осмотрись, Сюнин. Откуда, блядь? Не вижу. Стреляй в эту мразь! Нас не вместе! А что, блядь, за это, за амазонки? Э-э-э, что это такое было? А, это ты? Нет, кровавый викинг какой-то. Тесни мне, Динга. Тихо. А чё она в меня такого бросила-то? А растоптать? Вместе мы справимся! В охуели, бабище. Нормально так. Засадили меня. Алло, бля, вот чё? Вообще не понял, что произошло. Да уж. Я больше вас не буду обзывать амазонками. Вы какие-то, бля, вообще отключенные. В смысле? Нет. А чё так далеко-то, блядь? Сжечь головню. Сейчас сожжем. Ой, блядь. Что вы такое творите? А можно пропустить-то? Тебе здесь не место, священник. Прочь, прочь. Кощунство! Прекратите! Что случилось, святой отец? Аббатисса. Потому что... Головня — это Аббатисса. Она убьет всех, кто будет ей мешать. Пора защитить от нее людей. А где? Здесь же была бабёха. Причём жёсткая. По ходу дела. Да, сохранилась далеко. Хоть я искал вольфрам не нужен, сам его собираю. А где она? 50 метров. Как мне к ней пройти-то? Типа...
сюда, в эту сторону. Бить будешь? А почему с этим не работал, блядь? Ты что за прикольчики такие были, алло? Она среди членов Алой Руки. Она даже толкается, блядь, больно. Да, заебёте. Короче, разнесу нахуй всех. Это вам месть. Это вам месть, нахуй, за то, как вы меня убили, блядь, безжалостно. Сдохни, блядь. Лучниц у них сколько, до хера. Причём... Сильно они как шмаляют. Да уж нет. Найди, говорит, Абатис. Короче, я побежал, нахер вас. 110 метров, 100 метров. Мне бы засесть где-нибудь. Сбей эту тварь с толку. Угу. Вот, она копье, блядь, в меня зашвырнула. Сейчас, подожди, умру. Я же отпарировал, мразь. Этим только так. Сумасшедшие какие-то бабы вообще. Так, теперь ты. Давай. Ничего у тебя не вышло, вырвешь. Давай. Давай, еще. Вырвет она, блядь. Я тут увидел, оказывается, можно с двумя щитами бегать. Они типа хорошо глушат. Довольно-таки такая странная затея. Покажи мне. Так. А что столько места? Она типа в каждом может из них быть. Ну, допустим, ладно. Ебать, сколько меток. 83, пойдем туда. Но мы, мне кажется, только что оттуда ушли. Пойдем по меткам. Здесь мы приходим на метку. А там толпа ебанутых баб. Постой! Один ждет тебя. Тихо! Тихо! По моей команде. Не вижу нихуя по твоей команде. Давай. Еще? Еще раз. Там еще одна такая же. Бля, какие они жесткие. Давай. Берегись уловок этой твари. Я ж тебя... Тихо. Тихо. С двумя... Ну справлюсь, хуйня. Ага. Пока. Идите его в пизду, блядь. Пойдем на вторую. Сбей эту тварь с толку. Бля, вы за мной так и будете, да, бегать?
Так, давай. Какие-то щитницы, блядь. Прощай. Бля, подожгла меня. Нет. Я не понимаю, бля, откуда они стреляют. Вот в чем прикол. А, вижу. Кости сыграть, может? А, это ты? Вон оно, чё, блядь. Добить её нахуй. Вот свинина-то, блядь. У неё, короче, эти... Её сподручные жёстче, чем она сама. Ну? Внутренний огонь. Он всегда был во мне. Жажда совершить нечто важное, великое. Угу. Но эта дверь была закрыта. Меня считали слишком суровой. Меня сторонились. Презирали. А знаешь, был за что? А потом меня заметил Орден. Они разглядели во мне огонь. Огонь. Мужество менять мир к лучшему. И открыли мне эту дверь. Тогда ты решила уничтожить идеалы, в которые не веришь. Мы столько раз видели, что бывает, когда люди сами решают, что истина, а что нет. А то есть вам решать можно, знание, блядь, что истина, что нет. Только так все люди смогут увидеть правду. Тупость. Убей ее нахуй. Скоро останется лишь одна истина. Та, о которой говорит Орден. Она стремилась разжечь в людях пламя, но с помощью силы, а не мудрых наставлений. Да, Один. Такая хуйня. Очищению пришел конец. Я не завершила начатое, но многого достигла. Другие продолжат дело, ибо один из четверых наш. О чем ты говоришь? И что это значит? Король или кто? Пришел мой час. Огню преграды нет. И вечен он, как солнце свет. Давай, давай, пизданутая. Тебя ждет Хельхейм и жестокое холодное пламя. Прикинь. То есть он их всех, кого убивает, они, по сути дела, тоже там викинги и верят, что они там будут нормально. Это говорит, холодное пламя. И пиздец, она в шоке вообще. Нужно вернуться к Льюфине и рассказать ей об Аббатиссе Ингеборге. Так, к Льюфине. Это что ли? Да. Ну пойдем. Покажешь, как ты играешь в Орлок? Потом как-нибудь. Не, братан, сейчас не до тебя. У вас все хорошо? А вы куда все бежите? Можно я с вами? Бежим, бежим! Бежим, мужик, блядь, вставай, там пиздец какой-то происходит. Что, блядь? Я так подозреваю, что они от меня бежали, да? Бежим, бежим, все бежим. Что вы, блядь, ебанулись, что ли? Я всего лишь убил одну бабу тупую, которая хотел вам, блядь, насолить. Да залезь ты на дерево, баранья, ты, блядь, отбивная. Вот. Неужели это конец? Да и, блядь, наверное. Желтое перо, клевер. Королевский зал, ну. Чувак, там, бля, происходит пиздец, что-то все бегут куда-то. Так, с тобой надо побазарить. Здорово. Ну, какие вести? Приснись, жених невесте, бля. Огонь головни больше не горит. Это была Аббатисса Ингеборга. Боги, никогда бы не подумала.
Неужели власть Ордена так велика? Да, да. Еще больше, чем тебе кажется. Под его влияние попадают даже те, кто с виду совсем не честолюбив. Она хотела сжечь все христианские книги в городе, чтоб Йорвик отверг христианство. А еще сказала мне нечто странное. Один из четверых наш. Четверых? Но ведь, судя по письму, их трое. Может, мы что-то упустили? Пикты! Эти подлые псы разгуливают не только вот, на севере, король, но и в король. Наших землях. Хьор сказал, наши лазутчики... Они все мертвы. Лишь один из них смог это вернуться он, блядь, главный у них. Крови, чтобы эти пикты провалились. Да, это он, все. Люфина, ты не могла бы подойти? И Хьор, если он рядом. Да, я скоро подойду. Это он. Осталось двое. Сейчас посмотрим. Что-то в последнее время в порту не слышно перепалок. Попробуй поискать там. Наверняка что-то узнаешь. Обязательно. Вот сейчас смотри, покажу тебе. Ой, способности какие-то новые. Да это уже было. Навыки. Куда-то улучшили. Задание. Проткнуть иглу орден. Вот сейчас смотри, мы убили головню. Игла — это чувак из порта, 100 пудов. Дальше тайник — это Иса или как его, блядь, зовут. И этот — это король. Это он, 100 пудов. Так что мы всю эту, блядь, блядскую семейку убьем. А вот с этим хуй знает, что делать. Ладно. Видимо, не получится убить вот этих главных нижних. Давай переместимся. Очевидно, что надо всех вот этих сначала убить. Мелких припевал, а потом уже можно будет убивать и главных, чтобы выйти на самого-самого главного злодея. Так, ну пойдем, сейчас я кое-что сделаю. Сниму метку. Пошли. Сейчас я посмотрю на этого. Торговые склады. Наверное, здесь хранятся товары купцов. Говорить. Что-то не видно смотрителя порта. Он здесь? Иди, иди. Тебе тут делать нечего. Он очень шумный. Обычно стоит тут, болтает без умолку. Ты бы его не пропустил. Отвали. Должен быть какой-то другой путь. Ну а хули я с ним буду тут стоять, это сюсюкаться, что ли? Будет он мне, блядь, тут стоять, иди, иди. Склад охраняют люди алой руки. Этот порт важен для ордена. Что ты тут делаешь? Ты должен сейчас быть на рынке. Знаю, я забыл, какие торговцы нам нужны. Совсем дурак? Черная ткань. Вот этого надо завалить. Кровь! Ты заплатишь. Да вы вообще, бля, не лезьте. Вот те бабы эти, которые типа амазонки, вообще, бля, жесткие. Чу-чу-чу-чуихи. Куда? Это ты орал тут? Или тут еще кто-то есть? Так, надо похавать. Это факт. Так, что у вас тут есть, ребятки? Так, тут что-то тоже есть. Так, ну-ка давай мне много кожи и много... Блядь, припасы только, ладно. Сейчас, я вижу клетку, но мне сначала бы... все здесь обобрать. Вот, я же говорил. Серебро от торговцев нужно доставлять мне ежедневно. Их прилавки с черной тканью легко заметить. Не подводите меня больше. Укол иглы. Я уже близко. Смотритель порта перепродает изъятый груз на рынке. Ему помогают торговцы, на чьих прилавках черная ткань. Может, я смогу привлечь их внимание, выдав себя за богача? Редкие товары.
Они дороги. Возможно, Алая Рука ими интересуется. Они копят деньги. Понятно. А, слушай, новая цепь какая-то появилась. А, где она? Это во... Выглядит неплохо, недурственно, но она слабее, чем эта цепь. Чит шиши. И у меня тут амуниция. А, подожди, еще не все. Навыки. Надо будет как-нибудь заняться, но мне, бля, лень. Тут их такое количество, это все просматривают. Может, кстати, тоже в инетике посмотрю. Так, ищите прилавки с черной тканью. Хорошо. Добыча, возьми. Ведро. Здесь что? Открыть клетку. А, кошка, бля. Тихо. Ага. Раз, два. Бля, кошки сумасшедшие. Это рысь же, да? С кисточками на ушах. Ну вот видишь, с животных вообще не вариант фармить кожу. 4. А там с каких-то несложных зверей, бля, вообще по 2. Отправиться 73 метра. Пойдем. С черной тканью. Ну, открыть. Прилавки с черной тканью. Так, надо накинуть на себя эту. А то они какие-то жесткие стали. Тушара. Коппергейтский рынок. Похвастаюсь-ка своим серебром. Привлеку внимание торговцев. Смотри в оба. Украсть. Я съем твои глаза и из костей подлёгку сварю. Братан. Славный малый этот Аудун. А я хотел украсть, у него что-то можно было спиздануть. Ну, так заберем, значит. Да отстань ты, я у него украсть хотел. Че вы на меня налетели-то, блядь? Охранники хуево. Ну все, теперь легенда про богача не зайдет. Ключ. Чего? Вот, ключ, хорошо. Привести в чувство. Братан, я с тобой хотел поговорить. Стой, стой. Я тебе расскажу, какой я богатый. Эй, друг, я вот не знаю, на что бы серебро потратить. Не поможешь мне? Что у тебя есть? Мне уже нечего продать, но Коппергейтский рынок – правильное место. Поспрашивай тут еще, кто-нибудь откликнется. Спасибо. Так, вроде все на места вернулись. Опять капюшон. Ты не бойся говорить. Слушай, у меня тут столько серебра, корабль не увезет. Не поможешь потратить? Давай-ка потише. Будешь размахивать тут своим серебром, тебя просто убьют. Кто? Что это за рынок, где нельзя побродить между прилавками, чтобы деньги потратить? Хочешь от серебра избавиться? Иди в переулок. Все, отстань. Так, идти в какой-то переулок. Пойдем. А в какой? Так, чё? Нет, это не то. Это дополнительный замок. Какой, блядь, переулок идти? Что такое переулок? Это какое-то узкое место, да? Между домами. А, теперь ты мне показываешь, куда идти, да? Ищите прилавок с черной тканью. Ладно. Пойдем порознь. Если с кем-то из торгашей не удастся договориться, просто напомни, кто здесь главный. Привет. Я слышал, на этом рынке очень любят серебро. У меня есть для тебя кое-что. Думаю, тебе нужен Григорий. Григорий нужен. Порта? Прости, но кто ты? Тот, кто хочет поторговать с Григорием. Я и так уже слишком много тебе рассказал. Уходи. Надо с пацаном побазать. Стой. Ты что-то говорил про серебро? Да. Я хочу потратить очень много. Уличным попрошайкам столько не дают. Эй, я не попрошайка. Я кое-кого знаю. Ты не об игле? Вы с ним договоритесь.
хочешь поторговать, иди к статуе, что возле восточных ворот. Ладно. А ты береги себя. Ты мне? Ха. Да у меня самый большой меч в округе. Понятно. Статую на востоке. Восток у нас здесь. А как мне найти статую на востоке? Его убежище у статуи к востоку от рынка. Я на рынке. Увеличить не могу. Идти куда-то... Куда? Дед Мороз, глянь. Так. Статуя, статуя, статуя. Сёнин. Покажи, что там впереди. Покажи мне. Вот статуя. Ну давай типа до статуи сначала дойдем. А там уже определимся. О, конюшня. Так, надо еще ворон взять. Расправь крылья, Сёнин. Ну вот этот, что ли, дом? Или какой? Сзади. Пустые повозки и метка из черной ткани. Вот это место. Где метка? А, вот метка из черной ткани, да? Это оно. То есть этот дом. Заперто. А, ключик. Среди крыс прячешься, игла. Ну-ну. Ну что-то не так тут много для этого, для торговца живности. Осмотреть канализацию. Это мы любим. Должен быть какой-то другой путь. Должен быть. Я даже его видел, просто смотрю. Что-то слишком сложно, не? Ныряй. Куда нырять? Значит, сюда. Ага. Так, иглу сейчас вольнем, и надо заканчивать, а то что-то за это засмотрелся. Тут нужно быть осторожнее. Ой, ладно. Звон металла. Мастерская в канализации. Что игла там делает? Серебро. Часть до сих пор в ящиках. Его тоже забрали у торговцев. А давай возьмем. Они выплавляют из серебра слитки и монеты. Но для чего им это нужно? Нет, прошу, не надо. Обещаю. Я обещаю, что найду серебро. Так, а с кого ключ падает? Прошу, не надо! Меня просто не так поняли! Я заплачу! А можно тебя вольнуть? Поздно. Быстрее! Или тебя еще поколотить! Так, а ну разошлись все. Ой, это я вовремя. Я что, только что сильную атаку отбил, что ли? Алле. Я, да. О, ёптуть.
дурак, что ли? Налетел, блин, на меня. Все это серебро переплавляют в монеты. Давай себе соберем. Я только тут думал, как бы нафармить побольше серебра. Так, открываем. Отпереть дверь. Так давай... Ты не будем говорить, что надо сейчас за ним бежать. Меня чуть не удивляет то, что ты здесь. Ты! Тебе тут не место! Здесь у нас дела ведутся честно. Это твои слова? Но ты купаешься в серебре, полученном за изъятый тобой товар. Ты игла или один из его подручных? Все куда сложнее. Ткань этого мира продрана. Сплошные дыры да лоскуты. Нужен человек, который смог бы это зашить. Человек с твердой рукой. Кто может вдеть нитку в иглу? Кто-то вроде меня. А, ну ты типа есть игла. Поэт, ты паршивый. Но хотя бы на вопрос ответил. Да уж, у каждого свои слабости. Твоя — это решетка, что нас разделяет. А у меня есть стрела. Стрела, прикинь. Думаешь, я по зубам твоим людям? О, я в них не сомневаюсь. Люди Алой Руки верны нашему делу. Чего нельзя сказать о торговцах. Убить его! Потом ищите меня на рынке. Я найду обязательно. Бля, вал... Молчи, стой, не сбежишь. Блять, зажали, пиздец. Да... Дай выйти-то, сука. Надо волк сначала завалить. Тихо. Тихо. Бля, вот вообще нихуя не видно. Вот реально. Веревка. Что это за параша? Не дать врагу уйти! Ладно. Стреляйте в крышу. Я сделаю чуточку проще. Этот грязный мерзавец ускользнул. Я покончу с ним на Копергейтском рынке. Ну все. Все бежим отсюда. А как отсюда выйти? Давай, пройдемся. Гулять хорошо. Григорий! Славно, когда есть воздух. Запахи, звуки. Прошу, Григорий, я не думал, что это важно. Всего пара монет. Тише, тише. Я понимаю. Это не твоя вина, а моя. Ведь я решил, что ты не пустоголовый тупица. Я столько серебра отдал тебе, что мне стало нечем кормить себя и своих детей. Прошу, пойми. О, Господи. Торговцы Йорвика. Я обещал вам будущее, полное возможностей. И какой мелочи просил от вас взамен? Ты помнишь какой? Верности. Верности! Ебать, ты просто фанатик. Пусть это послужит уроком для всех, кто думает, что может мешать мне и моим делам. Бдительная тут стража. Ты заплатишь. Ничего не вижу, блин. Не твой день, не
Тихо. Ничего не вижу, блядь. В смысле, он же умер? Добивание же было. А. Сдохни ты, блядь. Где там лучник какой-то был? Все, нет. Можно добивать? Можно. Ну вот и игла. Игорь, постой. Ну? Забавно. Да ничего забавного. В детстве я думал, что снег — божьи слезы, замерзшие из-за наших грехов. Слабый и голодный, я смотрел в небо, надеясь, что он плачет обо мне, хочет меня спасти. Но не Бог меня спас, а тайник. Он дал мне крышу над головой, сытную пищу, теплую постель. Впервые кто-то протянул мне руку помощи, был добр ко мне, пожалел. И тогда я дал себе клятву. Я поклялся, что никогда не предам того, кто, в отличие от Бога, мне помог. И ты служил тайнику, прекрасно зная, что происходит? Мы встретились благодаря Ордену. Я был у Ордена в долгу и отплатил тем, что спас этот город от гибели. Долг жизни — сильное чувство. Оно захватило всю его Хук и поглотило ее. Но сам-то ты не стал никого жалеть. Сколько людей пострадало из-за тебя, ради твоих целей? Верно. Может, я и заслужил смерть. Но я лишь спица в большом колесе. И оно все еще крутится. И будет крутиться. Пока что. Замерз. Там, куда ты попадешь, а тебе плакать не будут. Да я о нем и тут, наверное, плакать-то не особо кто-то будет. Я так подозреваю. Орден-то, конечно, важно иметь людей, но умер и умер. Крыса! Сдохни! Бля, поджог успел, сука. Придется подлатать. Сейчас я завалю этих... Затошных, бля. Проткнуть иглу. Я уже проткнул иглу. Так, иди сюда. Падла. Все, минус. Значит, делаем вот так. И вот так делаем. И делаем вот так. Да. Но это уже мы тогда в следующей серии доделаем. У нас осталось совсем немножко. На этом мы на сегодня заканчиваем. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.